Вернемся в игру, и снова я пришел сюда, уже не помню в который раз. И это уже становится совершенно невыносимым. Обломок синего титанита. А мне нужен зеленый, я полагаю, если я правильно помню, для небесного оружия. Никак мне игра не хочет давать небесное оружие. Хотя было бы здорово. Так, ладно, отходим. Чрезвычайно мощные атаки. Тупейшая ерунда. О, черт, новая атака какая-то. Я такой не видел еще у них. Да неужели попал? Так, ну ладно. Все, осталось только гидра. Мерзкое отродье. Невероятно. К ней нереально подойти. Я снова слил. Конечно же, я слил все души. Ну, еще не до конца, но сейчас, мне кажется, уже точно их солил, потому что... Ну... Там возле самого озера, там еще опять эти големы и... Зачем игру сделали такой сложной, я не понимаю. Она проходится, сложность... Я бы не сказал, что запредельная и непроходимая, но она очень высокая. Вот мне, например, игра понравилась. Понравилась, я хочу... Блин, я хочу просто ее пройти. Поковыряться, там везде пошариться. Сделайте уровни сложности, сделайте... Классический уровень сложности, не знаю, там или стандартный, вот для психов и для маньяков, вот на котором сейчас мы играем. И сделайте обычный уровень сложности, типа казуального, чтобы там просто сюжетный режим, просто пробежать игру. Зачем это все делать? Я не понимаю. Вот сложность ради сложности я не уважаю, вот вообще никак. Сейчас именно такое, сложность ради сложности. Зачем, например, мне вот 50 раз вот сюда бегать? Одно и то же все выполнять. Это угнетает.
и просто хочется бросить игру уже не первый раз. Тупо из-за вот этого вот всего. Это же неинтересно. Реально подрывает интерес. Все время вот сюда бежать. Все заново, всех заново убивать. Это невыносимо. Пустая трата времени. Игры и так, в принципе, трата бесполезная довольно-таки времени бесценного. А тут уж вовсе это все в никуда уходит. Ну да, но это нереально вообще, никак. К ней даже не подойти. Или опять раздеваться, снимать доспехи. Вот так. С мешком буду бегать на голове. Бесполезным. Что поделать? Выносливости катастрофически не хватает. Ну а вы видели я там в пару серий назад, по-моему, когда прокачивался и считал, чтобы вот подвижно двигаться в тяжелых доспехах со щитом, там просто какие-то неимоверные значения выносливости нужны. Таких значений вообще никак не достигнуть. Ну, либо только выносливость прокачивать, но это же нереально. Итого, баланса никакого. Впрочем, уже не в первый раз. Никакого баланса.
М-да. Самый, наверное, тупейший момент пока что в игре. Ничего более идиотского я не встречал. Посмотрим, что дальше будет, конечно. Не удивлюсь, если там похлеще найдутся моменты, но это просто идиотизм полный. Уворачиваться не получается, защищаться не получается, прятаться не получается. Вопрос, как это проходить? И зачем это было сделано? Рандом какой-то, вот вообще просто рандом. Так, ну допустим. Значит, вот отсюда надо бежать. Да, скорее всего, и сразу к озеру. Вот этих идиотов надо сначала угомонить. Черт! Вонючая змея! Ты еще приперся. Что?
Я улетел под воду. Багнутая херня. Так, ну это, наверное, будет самая короткая серия. Я завершаю серию. Я не могу в это больше играть, поэтому... мне нужен перерыв. Это ужасно. Удачи вам. И увидимся. Может быть.